Наше хозяйство, сады непосредственно Приволье, существует 4 года. Этот сад получается у нас 19-го года закладки. Мы молодое предприятие, мы только развиваемся. У нас всего 280 гектар. В этом году у нас будет еще закладка, мы будем расширяться, расти. Надеюсь, в будущем мы будем работать с сетями. Сейчас мы работаем на покупателя. Покупатель всегда выставляет требования минимум парши. Даже не минимум, чтобы ее не было вообще. Это очень сложно, честно, потому что когда идет сильное заражение паршой, даже мелкие точки, это уже идет вторым сортом. Поэтому для нас важно, чтобы яблоко, выращенное нами, вложенное наши труды, окупились нам потом при продаже этих яблок. У нас очень сильное поражение паршой. В том году именно на этом участке по плодам у нас было более 30% поражения паршой непосредственно яблок. Компания Сингента предложила нам воспользоваться препаратом Миравис. Надо изначально пробовать, а потом брать. Мы решили заложить опыты. Мы заложили опыт на гектар сада, и мы видим результат. У нас было две обработки. Обработка при розовом бутоне и обработка в конце цветения. Результаты у нас такие. В прошлом году, если здесь было 30-34% поражения паршой, в этом году у нас осталось 3-4% поражения паршой. При нашей системе защиты у нас от 12 до 15% поражения паршой. В общем, результаты видны, заметны. Агрономы все в восторге. Ну, я, естественно, тоже. Мы ожидали всего чего угодно, только вот не такой красоты, честно. Там, где не было опытов, там, где мы не закладывали опыты, на других клетках у нас поражение в этом году до 20% доходит. Система наша, она получилась действенной, но недодейственной. Очень бы хотелось нашу будущую систему писать непосредственно Миравис. И надеюсь забыть о парше, как о страшном сне.